В минувшие выходные в поселке Асеево зажглись огни первой городской елки. Зеленая красавица в этом году поражает своими размерами. Диаметр ели по нижним веткам составляет 6 метров. Сегодня действительно добрый, по-настоящему зимний, теплый, красивый вечер. И мы собрались с вами вместе для того, чтобы по традиции именно с нашего микрорайона Заречье начать череду праздников, которые посвящены самому замечательному, любимому всеми празднованию Нового года. Я желаю вам, чтобы в новом году все ваши мечты сбывались, добрые дела осуществлялись, вы были счастливы и благополучны. С праздником, с наступающим Новым годом! Для жителей микрорайона была запланирована обширная праздничная программа. Семейные веселые старты, скоростной бег на коньках, катание на лошадях и с горки, показательные выступления клуба современного мечевого боя «Ратники» и вокальной группы «Виола», а также викторины, конкурсы, хороводы и дискотека. Без сомнения, каждый нашел занятие по душе. Мы все сделали, и кашу поели, и на горке покатались, и сейчас на концерт смотрим. Всем шадринцам новогоднего настроения, счастья, здоровья в этом году. Пускай этот год намного лучше будет, чем прошлый. Да, чтобы все невзгоды и взгоды ушли. Не только дети, но и представители старшего поколения радовались появлению Деда Мороза и Снегурочки, праздничным песням и, наконец, долгожданному моменту, когда на елке зажглись новогодние огни. Горку такую шикарную сделали, елка такая красивая, мы очень рады. Каток такой шикарный. Очень хороший подарок на Новый год детям. Детишки вон как радуются, катаются. Я бы сама прокатилась, но боюсь, сильно крутая горка. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю всем здоровья, любви, благополучия, денег побольше в Новом году, чтоб пенсию добавили. Череда праздничных мероприятий продолжится в новом поселке. Открытие елки здесь состоится 26 декабря. В северном поселке 27 декабря. Открытие центральной елки в городском саду имени Кельдюшева пройдет по традиции 30 декабря в 18:00 и завершится фейерверком.